Всем привет! Ну вот, я тут скачал Mustang 5320, мод, вот. Помните, был такой, я как-то в свое время катался на таком Мустанге. Сейчас покажу. Он вроде тут, где-то тут у меня должен быть. Это стоянка получается. А чё, нет, что ли? Подожди, что-то не то. Не то. Да этот и хлюпик-то, который. Домен. Татра это было. Странно. Ну-ка. А, вот. Да, вот он, КамАЗ 6350. Узнали, да? Вот он. КамАЗ. У него очень слабая подвеска. Чуть что, какой-нибудь мини-камушек там какой-нибудь там. Или пенек. Не пенек. На пеньке мы не ломаем подвеску. Ну, какое-нибудь такое острое что-нибудь, то, что ломает подвеску, да, там, колесико. Почти ваншот подвески. Поэтому я всегда триггерился. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я сейчас заодно еще скажу. Вот. А тут... Ой. Нет, ну-ка, погоди, настройки. Все. Так, теперь. А тут вот... Скачал два мода, вернее один мод на два КамАЗа. Так, тюнинг, давайте посмотрим, что у него есть. 4, ну то же самое, что там, да, у него то же самое эти обвесы получается. Тюнинг, все пониженные. Передача, вот, а как понять, более повышающий передачу. Хорошо. Серийная жесткая подвеска. Низкая жесткая подвеска, высокая. Я купил бы, наверное, жесткую подвеску. С краном-манипулятором. О, ну это как раз. Ну, тут надо смотреть, экспериментировать. Потому что по проходимости как он будет. Вот. Так, ну здесь шины у нас будут. Снега тут не так много, поэтому с цепями нам не надо. Хуя, 7000, 7000 шины стоит, охереть. 37 метров, это вот самое то. Нет, 37 метров это сам, о, дифференциал у нас тут есть. Колесики. Ну а у нас что у нас? Ого, новый кран. Берегись поворота платформы. Работа под линией электропередачи запрещена. Ух ты, красиво как, блядь. 25 тонник, блядь. Охуеть. Манипулятор. Это манипулятор под этот. Под этот. Под бревна. Прикольно, слушай. Нихуя, не в транс, блядь, мне опасно. Это манипулятор. Ой, эвакуатор. Кран 5-тонник. Ого. Нихера себе. Недра земли. Георазведка. Запасное. Заднее крыло. Интересно, что как оно выглядит, блядь. Это от европейского мода. Так в комплект будет. Пятитонник мы можем поставить? Отлично. Так, что у нас по передней стороне? Мустанг, видишь? Вот я думаю, как проще, блядь.
либо с багажником поставить, либо просто люстру поставить. Маячки. Решимся маячков, да? Видишь? А, не, да, да. Я думаю, не стоит ставить. Этот лучше. Видишь? Ну да. Стандартный лучше. Да? Ну, видишь, военный такой, типа. Ну, можно его оставить. Так, ну, по факту все, да? Тюнинг, все. Подставим гараж. Сейчас. Ну, я прикольный грузовик, блядь, уже. Ну, звук, как обычно, оригинальный. О, заодно можно кое-что сделать. Звук у него мощный, блядь. И заодно сфоткаться. А, нет, пизданулся, смотри. Накривился у тебя. Ну да, слушай. Сука, ебать ты, блядь. Фото в гениальный водитель, блядь. Как можно, сука, опрокинуть? Вот я вот про то же, нахуй. Как можно, сука, опрокинуть погрузчик, блядь? Ну, тут объясни, Макс. Ну, я хочу понять, я хочу объяснений, блядь. Стоял, никого не трогал, блядь, неделю, нахуй. Так, аксалон. Ну, смысл отлепляя прицеп. Маячки-то включи. Будем его сейчас проходимостью изучать. Блять, пацан, я хуею стена. Как можно было? Салон хочу посмотреть. Нихера тут у него мест. Тут и на двоих хватит еще и поспать. Ну что такое салончик, я бы сказал. Манипулятор действия еще, Макс. Манипулятор весит это больше за вас самого, блядь. Манипулятор как манипулятор. Макс, мы сейчас осложним задачу, ты чё? Заглуши, ой. Мы сейчас возьмём прицеп. Загрузим в него чё-нибудь. Так, господи, чё ты творишь, Макс? Ой, остановись, да? Это у нас для длинных дырок, да? Да. Это для средних. Я понял, я помню. Ну, этот поставь. Где там у тебя ближайшие бревна? Прихуярить. Я не помню, Макс. Ближайшие будут, скорее всего, к выходу. В другую зону. А, ну вот вижу. Ну,
сюда поедем, я понял. Чем цепи? Здесь снега-то почти нет, только здесь. Хочу сказать, что я все квесты прошел. У меня 100% прохождение всего, всей игры получается. Поэтому просто катаемся. Испытания, короче, проводим данных грузовиков, как и в прошлый раз делали. Не застрял. Видишь, не помогла. Если бы я застрял, бы да, да. Повышенный будет. Ну, май. Ну, заебись. Скорее всего, я оставлю его себе. Ну, гудок автор мог сделать другой какой-нибудь. Как на мэне, например. Ну да, на мэне. Все под контролем. Коротышка, это что совсем пиздец. Давай, между деревьев. Я так и хочу. Я просто усложняю работу для данного грузовика. Потому что, ну, грузы ты же не будешь постоянно ездить без прицепа. Ну да. Вот надо. Проверить с грузами. Ну, это мой данный маршрут, как сюда проехал, быстро. Не объезжая.
Сейчас поедем по краюшку. Вспомнить надо как? Дорогу, я уже не помню. Через лес. А, ну какая хорица, так и так будешь. Ай, котебёна уже не спасти. Вот так я хочу. Ну, может, через город? Ну, полчаса. Надо проверить все, что есть. Но в сериале «Дальнобойщики» какой у них был? Вот КамАЗ написано? Нет, а там написано КамАЗ. Значит, это не другое. Значит, это другое будет. Ну, может, и похож как на КамАЗ, но... Если это был КамАЗ, на спереди пишут КамАЗ. Это реально КамАЗ, блядь. Здесь нихуя не написано. Мне нравится. Если сейчас повышу, то вообще шикарно. 400 литров, наверное, сейчас, да? Ну да. Надо потом проверить. Вот здесь остановил, как же к городу подъезжать будешь, надо будет это. Подвеску тяжелую поставить. Жестокую. Посмотреть билд. Как он проходимость будет? Значит, манипулятор пришлось, да, получается? Ну, вроде как да. Мне нравится тип впереди фары как пластовые. Можно, конечно, его вверх поставить, но туда красоту убираешь. У тебя очень мало этих оборотов минут. Хотя может и уйти за год. Нормально так.
раньше, когда дальний свет включаешь, была кнопка тут такой. О, камушки большие. Да. Там как раз подвеску пройти надо. На любой скорости можно повредить подвеску. Я 40 км. Почти 40. Сколько тут миллиметров осталось, блядь. Где у нас? Ага. По правой стороне. Погоди. Да, эти шины против снега хуёво. Как хуёво? Мы вот выехали. Ну, почему хуёво, Макс? Я понимаю, если мы застряли бы в этом сугробе. Ну, мы же выехали. Нелогично рассуждаешь. Нелогично. Блять. Блять, надо. Я думал, мы заедем. Кстати, а ремонт нет, да? А, тебе повезло. Поэтому, видишь, я и не ставил сверху. Потому что прицеп у меня может починить. Да, блядь, твоя просто колесо упирается в прицеп, в бетон. Видишь? Кусочек, блядь. Опа. В мае будет. Парни, в мае контент будет. Не знаю, когда, но будет в мае. Там должен быть Массачусетс. Все, Макс, мы шлифуем. Сам. Ну да, есть некоторые нюансы, где он хуёво ехал. Вот так неплохо. Да, заправщик есть, Макс, у тебя? Да, заправщик.
Мы проехали с тобой не так много километров. А, нет, километров, да. Метров немного. Как ты будешь пополнять дальше свою машину? А, на заправке нет, да? Ну ты пиздец, какая хуя есть. Если брать прицеп, то брать бери с этим, да. Благо тут хуйня ехать, сейчас до перекрестка доеду. А, там. А, до заправки у нас. Я знаю, как туда проехать. Да. Зачем мне ебаться там, ебаться? Как раз жесткую подвеску еще проверю. И на этом можно закупить. А, ну как раз до города доехать еще. По той же автостраде проехать, которая затопленная. Собрался, Макс. Зачем тебе трасса хорошо, блядь? Звук прикольный. Как он ревет, блядь. 470 лошадей напиши, хули выходить. Блядь, прицеп, эвакуация. Сейчас будем смотреть это жестко. Сколько по времени там обошлось? 27 минут. Ну как раз успеем. Колгейт сенсор, ёпта. Ну, нету больше колгейта. Ну, непонятно, где есть, что ты пиздишь. Ну, вот это я сказал, иди нахуй, короче. Мне кажется, вот с этой подвеской она куда интереснее больше. Это, наверное, лишняя. Но у нее даже проходимость стала лучше. Ну да, слушай. Вот ее, наверное, так и оставляй, как есть. Самая вещь. Да, да, Макс, ты прав. Смотри, какой-нибудь, блядь, жужжу. Есть одно место, где еще надо проверить обязательно. Ярославский, не нравится. Ну это хоть подвеска прочная. Оставляю его здесь. Сейчас другой пицца пойдем. Для груди.
Это про тебя рассказывает? Да. Так намного позже, он так намного лучше. А там он задыхает вообще. Вот правильно бьют. Собрано. Жени правильно поехал, вот, я держу в курсе. Как я тебе показывал? Как я тебе вам оборачиваю? Ты походу забыл его. Давай вот назад. Правильно? Правильно. Будет, правильно? Ехать вот здесь. Зачем тебе огибать камни, блядь? Вот. Вот. Да, он чуть-чуть меньше едет. Но ты зато не будешь камни задевать, знаешь? Первый раз, а вот обратно поедешь, выпустился. Да. Я это замечал тоже не первый раз. Просто я хочу подвести итоги. Ну что, данный Мустанг, может быть и КамАЗ, неизвестно. Нихера у тебя посмотри. Нихера у тебя номера просто. Данный КамАЗ, ну ладно, данный грузовик в принципе подходит для сложно пересеченной местности. Вот. Ту подвеску, которую я изначально ставил, не ставим, если будете, допустим, ставить этот мод. Видите, как ему хуёво было. Вот, ставим высокую. Вот. Высокая подтвердила статус топовой подвески, так скажем, да. Минусов данного грузовика не наблюдается. Везде проезжает, даже по сугробам, в перемешку с водой и с грязью, то есть все нормально. Вот. Даже можно сказать, что это все были плюсы, блядь, чем минусы. Да, вот топливо только вот 390 литров. Ну что, и быстро кончается. Ну, в принципе, там 196 литров осталось. Не знаю, я не буду относить к этому минусу. Если есть прицеп с дозаправкой, то это не критично.
По факту все. Поэтому данный грузовик я рекомендую в эксплуатации. Ну, мужик спит у меня. Ну точно. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я ушел.